Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Lost Ark. Да. Продолжаем играть, не забыл я про него, немножечко можно поиграть. Вот, записываю, ребят, эту серию до обновления, по-моему, завтра. Для меня это в завтра. Должно выйти обновление с Крузаном, по-моему. Здесь вот. И поставим лапу. Чё я зашел в игру? Первое, что я зашел, ребят. Что я зашел в игру? Я хотел шкатулку памяти сделать, ребят. Шкатулка памяти есть. Шкатулка памяти у меня здесь доступна, ребят. Оказывается, 4 шкатулки памяти активны. Я их могу выполнить. Вот, я их могу выполнить. 4 шкатулки памяти. 11-ю, 12-ю, 13-ю, 16-ю. Вот, 4-ю мне недоступно, нужно собирать 48 шедевров. Здесь мне нужен моряк. Взять моряка Вильгельма в команду. Где этого Вильгельма взять, я не знаю. Где-то надо, видимо, выбивать. Если кто-то знает, напишите. Вот, чтобы 14-ю шкатулку доделать. Из 15-я сфера. Тут надо какое-то познакомиться с произведениями искусства во Флетче. Вы знаете, историю Юсиры. Это, видимо, во Флетче надо где-то делать. В общем, сегодня мы с тобой начнем шкатулку памяти 11. Не шкатулку памяти, а сферы памяти 11. А задания у меня выполнены были. То есть я их не выполнял за кадром, ребят. Я просто когда проходил игру, я все задания проходил. Вот они все выполнены. Вот чтобы она открылась, надо выполнить вот эти все задания. Где они берутся, ребят, без понятия. Ну, здесь можно нажать, допустим, вот белая ворона. Можно нажать на нее. И белая ворона — это цепочка заданий, как я понимаю. Надо выполнить симфонию века, жизнь продолжается. Короче, здесь все написано. Уморительные каламбуры. Это, как понимаю, в этом. У гномов там делается белая ворона, да? Здесь таинственный покровитель. А, повзросление ребенка, да. Это вот цепочка, ребят. Это цепочка заданий... Видите, это цепочка, этап 1 и до 8. То есть какие-то этапы. Короче говоря, эти задания где-то там делаются, я не знаю, у умаров где-то, у гномов. Короче говоря, делаем сегодня 11-ю сферу. Но прежде чем ее делать, у меня же эти были. Вот эти вот, Эфонский союз. У меня давно они валялись. 40 тысяч, ребят, этих вот знаков Эфонского союза. У меня 40 тысяч давно уже валялось. Я их решил все-таки обменять на золотые ларцы. 81 штука. Давайте мы их откроем, посмотрим, что нам выпадет. Так, сколько у меня голды вообще сейчас? 83 тысячи. 83 500. Запоминаем, ребят. Давайте пооткрываем. Опа, что-то выпало хорошее. Игра подлагивает. Игру настолько сделали классно, что она теперь у меня подлагивает, ребят. Сколько там? 83 тысячи было? Опа. Еще один легкий, но это по соточке. Кто-то скажет, можно зажать Ctrl, да, там, или как, Alt. Да, и можно там, по-моему, все сразу использовать. Я хочу, короче, по одному открывать, ребят. Так, было 83 тысячи. Сейчас посмотрим. Игра аж подлагивает, 20 FPS, ребят. Игра не выдерживает такого напряга. Я не знаю, с игрой какие-то проблемы начались. То есть, ну, видимо, очень мощно, под мощной системой теперь игра. У меня компьютер уже ее не выдерживает. Хотя графически я не вижу, чтобы что-то менялось. Все, мы все открыли. Так, здесь 4 слитка по 1000. И здесь 48 по 100. Но здесь их можно все сразу использовать. 192 тысячи, ребят. Было 83. Стало 193. Получается, 110 тысяч голды я получил. Вот. Вот так вот. 110 тысяч. Также здесь какие-то рейды сейчас, куча всякого этого. Путь мастера какой-то есть. Я давно не заходил. То есть прокачиваешь ГС, тебе дают награды. Вот если я заточусь на плюс 5, то мне дадут вот еще награду. Но затачиваться я, ребят, пока не хочу. Потому что я в этом не вижу смысла. Хотя надо до 1600-го докачаться. Но мне вот это снаряжение уже не надо качать, насколько я знаю. Мне, по-моему, надо уже новое брать. Мне, по-моему, надо уже, да, брать 1580-й же.
Я уже не помню ни черта, ребят, давно не играл. Да, короче, мне надо там на другого идти, поиск группы. Петрони, мне, по-моему, надо на... А чё, никто не водит? А чё, всё? А всё, чё, уже... А чё, никто не водит? А раньше активно водили. А чё, всё, закончилось, да, это? Больше никто не водит? Ну, я видел, кстати, в обновлениях, ребят, в будущих должны вести одиночные рейды. Одиночные для одного игрока. Ну все, ребят, больше никто не водит. То есть я никак не смогу на новую фазу перейти. То есть я не смогу новые... Мне, по-моему, надо пандемониум, чтобы новую броню открыть. Мне, по-моему, нужно пандемониум на 1580. У меня же 1580. Мне нужно пандемониум ходить. Там, короче, на босса. С него выбивать ресурсы, потом на которые я сделаю себе новые шмотки. То есть вот эти шмотки точить смысла нету. Они до 19 уровня заточены. Да, а туда никто не водит. И все, то есть я не могу дальше прокачиваться. Да, я могу вступить в какую-то гильдию, но мне это нахрен не надо, ребят. Я ни в одной гильдии ни разу не был. Здесь и поставим ладно. Лоток. 11-я, ребят, сфера. Она домой. Открывается, когда вы выполняете все задания. Когда все задания. Летите в Рахиндель, в парящую гавань. И вот здесь вот, вот здесь вот снизу. Стоит торгаш, торговец из Йона. И у него, как я понимаю, можно взять это задание. Чтоб у меня борода клочьями полезла, если я снова доверюсь этим длинноухим лентяям. Так дела не делаются. Торговец жалуется нарочито громко, чтобы его уж наверняка расслышал каждый проходящий мимо Силиан. Что случилось? Да как вам сказать, искатель? С тем, что в город без долгих проверок не попасть, я уже смирился. Решил нанять себе помощника из местных, ну, чтобы фрукты через мост носил. И чтобы, вы думали. Никто не откликнулся. Физический труд эти белоручки считают ниже своего достоинства. Видимо, персики должны сами падать им на тарелку, а лучше сразу в рот. Только на третий день явилась одна крохотная девчушка. Ручонки тонкусенькие, голосок слабый, без слез не взглянешь. Куда уж ей? Здоровенные корзины таскать. Ну так она жалобно упрашивала, что я, дурень сердобольный, согласился. Сделал доброе дело. С работой она худо-бедно справляется, но очень уж любит витать в облаках. Если засмотрится на корабль или пташку какую, пиши пропало. Вот и сегодня жду с самого утра, ее все нет и нет. Может, вы ее поищете, искатель? Вас-то, небось, стражники на посту не остановят. Девчушку эту сразу признаете. Даже среди местных детишек она словно пушинка. Умар Бойко, торгующий фруктами в парящей гавани, сегодня явно не в духе. Интересно, что стало причиной его недовольства? Ага, давайте. Давайте осмотреться в порту. Давайте поищем эту девчушку. Разузнайте про девочку у одной из селинок. Хорошие бочонки, а нет ли поменьше? Маленькая девочка? Угу. Дети редко бывают в порту. А без сопровождения взрослых и подавно. Рахиндель в этом плане довольно консервативен. До своего совершеннолетия Силианы почти не покидают город, только приняв свое тело Даро, они начинают самостоятельную жизнь. Впрочем, случаются исключения. Поспрашивайте возле таможни. Быть может, кто-нибудь ее видел. Давайте. Поспрашиваем. О, похоже, это надолго. Простите, я сама только что пришла. Ага. А я-то думал, у нас на таможне. Девочка Селинка? Ага. Не. В очередь. А, искатель. Девочка? Проходим по одному. Я знаю, объявляем разрешение. Она дальше, на мосту. А ну, не лезь. На мосту много детей, но девочку, которую вы ищете, должна сразу броситься в глаза. Девочка, вот она. Девочка зачарованно наблюдает за кораблями, прибывающими в парящую гавань. Она так увлечена этим, что не замечает ничего вокруг. Ошибки быть не может. Умар-торговец явно говорил именно про нее. Можно тебя отвлечь? Девочка вздрагивает от незнакомого голоса, испуганно смотрит на вас своими большими глазами. Один торговец очень ждет свою помощницу. Встрепенувшись, девочка со всех ног бросается в гавань. Нам теперь назад, да? Ну, пойдемте.
Вот уже и любопытствующие собираются. Солнце сегодня печет. Ну где тебя носит? Товар портится, клиенты нервничают. Не вынуждай меня искать другого помощника. Простите. Ладно уж. Но чтобы завтра не опаздывала. Бедная маленькая девочка заставляет работать. Это больше не повторится. Девочка едва слышно отвечает торговцу и сконфуженно опускает голову. Рядом с торговцем стоит большая корзина со свежими фруктами. Видимо, ее и нужно доставить на Хрустальный мост. За Хрустальный мост. Сколько же раз девочке понадобится сходить туда-обратно, чтобы перенести своими худенькими ручками? Почему бы ей не помочь? Давайте поможем. Вы предлагаете свою помощь? А? Нет-нет, не нужно. Я сама. Несмотря на все протесты, вы поднимаете корзину с фруктами. Девочка растерянно следует за вами. Да ладно, пошли, господи, помогу. Ну что ты? Солнце сегодня что печет. Ты? Закончим и в море. А почему она начала помогать? И почему? Вот уже что и это? Может, она какая-то беспризорница? Может, то есть, если говорят, что совсем усмутившись, девочка больше не произносит ни слова. Ну, проходим, то есть... по одному. Ну, почему она как бы... помогать, что послужило причиной. Бабушка, гляди, омары. Это что? Столько гостей разом. Рахиндели еще не видел. Вы читаете надпись на камне. Рождение Архиндель, часть 1 из 4. А, это скрытая история. Подожди, а мне что, скрытая история не выполнена? А мне скрытые истории все выполнены. Алло. А мне же в Архинделе все скрытые истории выполнены. У меня вообще Архиндель на 94% закрыт. У меня не закрыто только что. У меня не закрыто только рецепты. Что за скрытая история? Не знаю. Ладно. Спасибо вам. Можете поставить корзину здесь. Хорошо. Ты представляешь? Эта несносная девица опять где-то шляется с моими фруктами. Столько гостей. Такая же чудная, как ее мамаша. Еще не ни с кем не водится, вечно пялится на море. Белая ворона, не дать не взять. Хотя чего здесь удивительного? Некому ее воспитывать, вот и растет, как сорняк. Какие... Какие добрые Силианы, да? Они вроде какие должны быть высший разум, да? Там должны быть как-то образованные. Я и не заметила, что к нам кто-то пожаловал. Да-да-да. Долго же тебя пришлось ждать, дорогуша. Девочка извиняется тоненьким голоском. Так, посмотрим, что у нас сегодня. Персики, как всегда, хорошо. Так, пускай омары шумные и грубые, но о фруктах-то они толк знают. А вот, это тебе за труды, только не потеряй. Мама хорошо себя чувствует, передай привет. И в следующий раз не опаздывай. Какая нехорошая женщина. Девочка радостно кланяется торговке, получив несколько монет и бережно прячет их в небольшой мешочек. Повернувшись к вам, она снова кланяется в знак благодарности. Спасибо, спасибо большое, что помогли. Дальше я сама. У вас ведь, наверное, дела. Ну, я пойду. Мои дела могут подождать. Девочка несколько секунд собирается с духом. Видно, что общение с незнакомым человеком дается ей нелегко. Хорошо, тогда, ну, если вам не трудно... Осталось занести фрукты еще в одно место. Тут недалеко. Бабушка, гляди. Не догонишь, не догонишь. Проходя мимо развязчивающихся детей, девочка ускоряет шаг. Юсира, все в порядке? Я уже начала за тебя волноваться, солнышко. Спасибо за доставку. Не тяжело было? Потупившись, девочка отвечает, что ей помогли. О, правда? Вы ведь в Волгенплей. Вот уж не ожидала, что у Юсиры такой помощник. Ее редко с кем увидишь. Все время проводит с мамой, а не с друзьями. Очень тихий ребенок. Ее мама Элиша раньше сама вела дела с торговцами, но в последнее время она сильно болеет. Вот девочке приходится работать. Ей бы бегать и веселиться с другими ребятишками, а не надрываться с малых лет. Разве ж это детство? Вы обнаруживаете, что девочка куда-то улизнула, пока вы разговаривали с торговкой.
О, не беспокойтесь. Далеко от дома малышка никогда не убегает. Наверное, опять на что-то засмотрелась. Я понимаю, это у нас печальная история, да, будет? Юсира, кстати говоря... Нет, подождите. Alt-N, Alt-W, тут куча всякого. Эльгасия. А, нет, здесь нету. Просто, знаете что, Эльсира, да, как ее зовут? Девочку Эльсира, навигация... Подождите, где? Господи, коллекции, шкатулка памяти. Здесь, чтобы вот выполнить задание, узнать историю Юсиры. А эту же девочку зовут Юсира или маму ее зовут Юсиру? То есть вот это вот... Вот это вот, то есть оно не связано с случаем вот 11-я шкатулка памяти, она не связана с 15-й. Это мы узнаем в конце. У меня просто есть... Или я не... Или имена разные, может, я как-то не так прочитал. Кто со мной, тот герой. Девочка украдко наблюдает за тем, как другие дети играют. Ребятишки, увлеченные своей игрой, не обращают внимания на девочку никакого внимания. Неужели у нее совсем нет друзей? А вы уже тут? Простите, что ушла, ничего не сказав, я... Хочешь поиграть вместе? Лицо девочки наливается краской. Мне домой надо. Мама совсем одна. Может, если вы... Девочка собирается силами и начинает говорить чуть уверенная. Если у вас есть время, зайдете ко мне домой. На этом запал девочки иссякает, и она начинает бормотать что-то себе под нос. Ну уже, смелее, я не кусаюсь. По лицу девочки заметно, что она колеблется. В общем, хочу маме показать, что у меня есть друзья. Вы просто поздоровайтесь и... Конечно, идем. Что, правда? Ну да, но взамен. Взамен? Девочка неуверенно переминается с ноги на ногу. Скажи, как тебя зовут, раз уж мы друзья. Девочка, да. Меня зовут Юсира. А вы? Юсира несколько раз повторяет непривычное имя, словно пробуя его на вкус. Волгин Плей. Она пробует мое имя на вкус. Так, а что надо? Кивок, давайте, да. Нажимаем на кивок. В задание. Приятно познакомиться. Нам туда. Пойдем. Юсира, это вот про нее история, да? Грозы, редкость в Рахендель. Големы, творение чародеев и их верные слуги. Пришли. Подождите здесь, ладно? Я предупрежу маму и сразу вернусь. Юсира быстро забегает в дом. Дождать возврата Юсира. В хитросплетениях улочек, старого квартала прячется маленький домик. Чем-то он напоминает саму девочку. Вы задумываетесь о непростой доле Юсиры, ожидая ее возвращения. Фрагменты забытой мелодии. А что за фрагменты забытой мелодии? А где-то они у меня же были, да? А их, значит, можно там обменивать, да? Дверь снова отворяется, и Юсира жестом приглашает вас войти. Всего 5 заданий, да? А, 8. Ну, пойдемте. Так это и есть твой друг? Я очень рада, что ты не одна, дочка. У тебя ведь день рождения. У ней день рождения. Мама Юсиры заходится в долгом кашле, но находит в себе силу улыбнуться. А я переживала, что ты сегодня будешь работать допоздна. Какое счастье. Побудете немного вдвоем. Мне нужно кое-куда отлучиться, но я скоро вернусь. В общем, сегодня мой день рождения. Поэтому вы совсем чуть-чуть тут побудьте, а потом сразу можете идти. Все нормально. А если вам некогда, то можете прямо сейчас уйти. Я объясню маме. Юсира вздрагивает, когда раздается внезапный стук в дверь. А кто это там? Доставка! А Юсира вздрагивает от незнакомого голоса. Нужно посмотреть, кто пожаловал в гости. Кто это там? Какая доставка? Мы пиццу не заказывали. Суши тоже. Курьер Роза Ветров. Служба доставки Роза Ветров. Для вас посылка! А где госпожа Элисия? Неужели ей снова не здоровится? Ничего, я зайду позже. Вы сами передадите? Отлично, тогда подпишите здесь и вот здесь. И готово. Курьер вручает вам объемную коробку. Представляете, каждый год в один и тот же день на имя Элиши приходит посылка из-за моря. На моей памяти еще ни разу не было такого, чтобы она
задержалась. Конечно, в этом есть и ваша заслуга, и наша заслуга. Как вы, наверное, знаете, Роза Ветров гарантирует, бандероль будет доставлена по адресу, что бы ни случилось. Хорошего дня. Каждый год в один и тот же день, то есть на день рождения девочки, что ли, получается, приходит какая-то посылка. Спасибо. Я не ожидала, что кто-то придет. Эти посылки мама всегда складывает на самую верхнюю полку. Я маленькая, самой мне до нее не дотянуться. Юсира виновато смотрит на вас. Вон туда, а что из-за бандероли? Полка забита до отказа, что это? А вы задеваете одну из коробок, и ее содержимое падает на пол. Это большая мягкая игрушка. А в смысле? Что это? Зайчик? Юсира разглядывает игрушку, широко раскрыв глаза от удивления. Она осторожно прикасается к уху зайца и замечает, что к нему прикреплена свернутая записка. Записка? Там, наверное, написано, кто его прислал. Можете посмотреть? Я пока еще читать не умею. Давайте посмотрим, кто тут прислал записки. С днем рождения! Пусть каждый твой миг наполняется... Счастье. Пусть каждый твой миг наполняет счастье. Мое сердце всегда с тобой. Надеюсь, что однажды смогу передать поздравление лично. Твой папа. Каждый год он присылает, но ее мама прячет от нее посылки, убирая наверх. Как видите, вот сверху посылки. Она не отдает ей. То есть ее отец присылает. То есть у них с отцом, то есть у ее матери с отцом какие-то неразберихи. То есть у нее есть отец. Что? Письмо от папы? Юсира несколько секунд не может вымолвить ни слова. Значит, новая посылка тоже от него? Ну, давай посмотрим. Вы снимаете посылку с полки. Смотрите, тот же самый почерк. Девочка взволнованно вскрывает коробку. Внутри лежит еще одна игрушка и большая поздравительная открытка. С днем рождения! Пожалуйста, верните коробку наверх, пока мама не вернулась. Простите, что надоедаю своими просьбами. Да нет, нормально. А почему мама от тебя скрывает? Типа, ну, отец заботится о ней, там подарки присылает, да? Юсира выглядит озадаченной. Кажется, она все еще не может поверить в то, что увидела. Спасибо, я ни разу своего папу не... Услышав, что открывается дверь, девочка замолкает на полуслове. Может, она мать боится, может, ее мать запугивает. Ну как вы тут? Не скучали? Или кто у нее отец? Ты так давно не приводила домой друзей. Я даже не могу накрыть праздничный стол. Ну, хоть радужное дрожже вам купила. Угощайтесь. Элиша с виноватой улыбкой протягивает Юсуре небольшой пакетик дрожже. Пока меня не было, посылку не приносили. Странно, неужели забыл? Хотя пора бы уже и забыть. Я что-то утомилась. Прилягу ненадолго. Девочка, если придет курьер, разбуди меня, хорошо? Девочка, дочка, если придет курьер, разбуди меня. А пока проведи время со своим другом. У тебя ведь сегодня особый день. Элиша со вздохом опускается на кровать. Даже не... Это дается ей непросто. Мама, я... Выйдем на улицу. Угу. Пусть мама отдыхает. Не будем ей мешать. Хорошо. У меня есть одно любимое место. Там очень спокойно. Хотите, покажу вам? Оно совсем недалеко, за нашим домом. Давай. Я скоро вернусь. Конечно. Да. Даже не верится. Папа! У меня есть папа! Юсира оглядывается по сторонам, словно испугавшись своих же слов. Мама, мама мне никогда про него не рассказывала и ужасно злится, если я начинаю спрашивать сама. Наверное, не может простить ему, что он нас бросил. Поэтому, чтобы не расстраивать маму, я решила для себя, что у меня нет папы. И он оказывается... А он, оказывается, все это время помнил обо мне и присылал подарки на день рождения. Хочешь с ним встретиться? Ну, встретиться, но папа же, наверное, очень далеко отсюда. От одной мысли о путешествии у Сиры голова идет кругом. Я даже не знаю, где его искать.
ничего не выйдет. На посылке же адреса должен быть, нет? Если захочешь, все получится. Правда? Да. Но где же мне искать папу? Я ведь даже не знаю, как его зовут. И как он выглядит тоже. На посылке был адрес, он из Берна. Мама как-то читала мне про Берн. Это чудесная страна за морем. А правит в ней королева-волшебница, только совсем не такая, как у нас. Но Берн ведь очень-очень большой. Там, наверное, живет много людей. Как же быть? А что если спросить у моряков в Парящей гавани, которые приплыли из Берна? Вдруг они видели, как папа передает посылку? Девочку так захватила мысль о встрече с отцом, что она, кажется, позабыла о своей застенчивости. Мама будет волноваться, если я уйду. Доктор говорит, что ее нельзя оставлять одну надолго. Не переживай, я буду с твоей мамой. В смысле? Вы только не говорите ей, что я ищу папу. Она расстроится, а ей нельзя нервничать. Я быстренько сбегаю в гавань и вернусь, ладно? Большое спасибо. Юсира взволнованно благодарит вас и убегает вниз по лестнице. А, она побежала на пристань спрашивать моряков. Ты вернулась? А где Юсира? Все еще играет на улице? Это на нее не похоже. Обычно ее не отлепить от мамы. Наверное, я сама в этом виновата. Слишком ее опекаю. Но ничего не могу с собой поделать. Элиша грустно улыбается. Она такая маленькая и слабенькая. Я все время переживаю, вдруг кто обидит. Очень хорошо, что Юсира подружилась с вами, искатель. Позаботьтесь о моей девочке, чтобы без меня ей не было одиноко. Что вы имеете в виду? Прогнозы врача неутешительны. Да и сама я чувствую, мне недолго осталось. Это все отголоски прошлого. В молодости я была наемницей. Наслаждалась жизнью в Берне. Пускалась в безумные авантюры, не считаясь с риском. Но за все нужно платить. Теперь я начинаю задыхаться, стоит мне сделать несколько шагов. Вот и лежу целыми днями, живу только на те гроши, что зарабатывает дочка. Юсира никогда не жалуется, а мне стыдно быть такой матерью. А родственников у вас нету? Отец Юсиры, он ей не семья. Эгоист, живет так, как ему вздумается. Я была наивной дурехой, когда за него вышла. И с того дня все шло наперекосяк. Нет, Юсира только моя дочь. Не хочу ничего знать про ее отца. Я надеялась, что совместная жизнь нас сблизит, но горько заблуждалась. Оказалось, у него что ни день, то новые приключения, друзья, выпивка. Очень скоро ему стало совсем не до меня. Так может, он изменился? Почему он подарки-то присылает? Значит, ему до ребенка, по крайней мере, если он подарки, если он не забывает про день рождения. Выложила все первому встречному. Как глупо. Простите. Да ничего страшного. Так называемый отец ушел из дома. Я рожала одна, а он даже ни разу не явился взглянуть на своего ребенка. Разве после этого его можно считать семьей? Я не могла так жить дальше и сбежала из Берна сюда. Купила старый домик на остатки сбережения. Вот и вся история. Больше всего на свете я боюсь, что Юсире придется пережить ту же боль, которую ее отец причинил мне. Она этого не заслуживает. Такое невинное, беззащитное дитя. Кстати, дочка что-то задерживается. Я начинаю беспокоиться. Вам нужно немного развеяться. Думаете? Угу. Так, что нам надо? Давайте мы танец. Фуэтэ давайте. Станцуем. Оп, оп, оп. Цискоридзе лично меня учил. О, как вы прекрасно танцуете. Ария смотрящий, давайте на... Тихо. Эта мелодия тронула меня до глубины души. Я рада, что у моей доченьки появился настоящий друг. Вы не оставите ее в беде. Почему-то я в этом уверена. У Юсиры все еще впереди, но ей
многому нужно научиться. Такой пример перед глазами пойдет малышке на пользу. Но ей уже давно пора вернуться. Вдруг она заблудилась или угодила в неприятности. Я не могу просто лежать дома и ждать. Элиша с большим трудом приподнимается на кровати. Отдохните, я ее найду. Спасибо за вашу доброту, но не могу я взваливать материнские заботы на чужие плечи. Мое беспокойство появилось не на пустом месте. Вы же видели, Юсира совсем кроха. Здоровьем она вся в меня, к сожалению. Я буду оберегать ее, пока хватит сил. Со второй попытки Элише все же удается подняться. Она твердо намерена отправиться на поиски, несмотря на свое состояние. Ну где же ты, Юсира? Самое время вернуться. Я дома. Ты поздно. Твой друг меня так очаровал, что я и не заметила, как пролетело время. Я тоже немного заигралась. Но все хорошо, не волнуйся. Мне нужно кое-что взять на улице, я быстро. Юсира выразительно смотрит на вас и выходит из дома. Хорошо, пойдемте. Она хочет нам что-то сказать. Моряки видели папу в Берне. Юсира вся сияет. Сказали, что посылку передал крупный мужчина с громким голосом и крепким рукопожатием. Именно так я его себе и представляла. Вот бы... самой его встретить. Вот решайся. Юсира ужасно смущается от ваших слов. Даже не знаю, может просто понаблюдать за ним издалека. Мне достаточно этого. Я не хочу пугать папу. Что? Ну, вдруг папа испугается, когда меня увидит, или разочаруется. Глупость, ты же его дочь. Но я даже говорить толком не могу. Кто обрадуется неожиданному появлению такой дочери? Папа же наверняка думает, что я похожа на него, а я совсем не похожа. Да ты хотя бы попробуй. Юсира сконфуженно ковыряет землю своим крохотным сапожком. Думаете, ничего страшного не произойдет, если я с ним, совсем немного поговорю? Не обязательно же рассказывать, что я его дочь. Не бойся, я поеду с тобой. Юсира смотрит на вас с безграничной благодарностью. Тогда я предупрежу маму. Придется что-нибудь выдумать, чтобы она за меня не беспокоилась. Но с кем же ее оставить? А, попрошу тетушку Грильду присмотреть за мамой. Она всегда нам помогает, а по выходным даже кормит меня горячим обедом. Подождите меня в гавани, хорошо? Хорошо. Здесь и поставь. Пойдемте, сейчас отправимся в Берн. Гляди, еще одно судно причалило. Здравствуйте, рыцарь. Угу. Какими судьбами в Рохенделе? Да. Такими. А, вы познакомились с малышкой Юсирой. Угу. Она иногда приходит сюда, часами смотрит на море. Уж не знаю, чем оно ее так привлекает. Может, помогает успокоиться и привести мысли в порядок. В семье у девочки не все гладко, так что мы с ребятами за ней приглядываем. Что? Вы вместе отправитесь в путешествие? Очень благородно с вашей стороны. Юсира будет в восторге от морской прогулки. Пусть попутный ветер наполняет ваши паруса. Так, мы что только сделали? Блин, нифига мы не сделали с тобой. А вот и я. Счастливого пути. Я готова. Сказала, что отправляюсь в поход с друзьями. Соседку попросила присмотреть за мамой. Вроде ничего не забыла. Юсира вытирает со лба пот. Ей пришлось проявить всю свою смелость, чтобы это путешествие могло воплотиться в жизнь. Теперь я наконец-то увижу папу. Вперед, в Королевскую гавань. Да, он там, я точно знаю. Так, нам куда надо? В Королевскую гавань? Это что, это Берн? Да, это что, Северный Берн? Это вот, да, в Берн, мы, короче, плывем в Берн. Северный Берн, правильно? Да. Плывем в Северный Берн.
А что, ребят, будет дальше, мы узнаем с вами в следующей серии, да. Только третье задание, блин, здесь 8 всего заданий, ребят. Вот, то есть мы сделали за серию только вот, вот. Наверное, еще две серии придется записывать, ну не знаю. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии. А что с FPS-ом, какие проблемы, из-за чего? Трындец, у меня игра почему-то лагает. Они вроде вот стабилизируются. Но это Lost Ark, да. К сожалению, не для слабых компьютеров. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. Всем до встречи, всем пока.